Сегодня в нашей передаче мы поговорим о некоторых насадках растительного происхождения. В то же время замечено, что на насадке растительного происхождения рыба зачастую в жаркие летние дни отзывается намного лучше. Мы постараемся рассказать о простейших насадках, таких как манная крупа и перловая крупа. И поэтому сегодня к завтрашней рыбалке мы решили подготовить манную болтушку и немножко перловой каши.